Всем привет! Канал Ирина Цветики. Сегодня у нас традиционно покупочки показываю. Так, ну начнем давайте с малышки. Малышка бабочка. Такая красотулечка. Я только сняла пакет, она вот распускает цветочки. Очень рада, тут все бутончики даже сохранены. Поэтому, ну, корешков немного, потому что растение молодое, но есть. Вот оно подсыхает, тоже было очень-очень мокрое. Вот тут растет листик. Вот. Ну, есть сухой корешок. Так, это у нас поедет в Нижний Тагил. Красоточка. Так, вот две парные. Вот это из Ашана я показывала. Привезенные орхидеи. Очень пышный кустик. Да, он мне понравился. Отличная розетка. Ну, вот есть не очень хорошие корешки. Сразу обращаю на это внимание, когда меня просят купить. Это из видео увидели и попросили его купить. Ну вот оно подсыхает и в принципе ничего страшного. Когда было мокрое, смотрелось хуже. Вот растущий корешок. И я его, честно, сама бы не купила, потому что... Ну вот, один тут какой-то подозрительный. Или его раздавили, потому что, видите, след от палочки. Наверное, втыкали палочку и раздавили вот этот корешок, он стал сохнуть. Но когда она была мокрая, смотрелась как бы хуже. Да нет, вот еще есть. Все показала как бы хозяйке будущей. Цветонос из точки роста теперь показываю. Потому что для многих это имеет значение. Но тем не менее, она сказала покупать. И розетка шикарная, конечно, богатая. Такой стволик хороший, толстенький. Вот. Тут шейка. То есть такие, ну, он даже не сомнительный. Ну, есть пара плохих корешков. Я бы не купила сама, если честно, побоялась. Но покупатель настоял. Я и купила. И так подробно объясняю. Потому что кто, ну, постоянно меня просит купить или смотрит мои видео, они всегда, ну, видят, что я всегда показываю корешки, вершки. Так, это вот поедет, поедут вместе. Вот тут шейку. И заранее показываю из магазина. Если сама купила цветочек, лично... На личную страницу фотографии сбрасываю со всех сторон. Снимаю еще видео с покупками. То есть показываю, рассказываю беспрестанно. Тут обрезаны цветоносы. Вот поэтому он попал в микс такой подешевле в Ашане. Вот такая красота. Да, он, видимо, падал еще. Вот тут у него сломан лепесточек. Не очень видно при этом освещении, как он переливается. Сейчас я попробую вот сюда в тенечек поставить. Но без подсветки тоже не видно. Она переливается вся. Такая желтенькая, ну, лимонного цвета. Красотулечка с оранжевым язычком. Ее тоже заказали. Она поедет. Вот что-то у меня тут подозрение, что тут есть детка. Какая-то она сильно кудрявая, прям кудрявая. Поскольку берегу бутоны и цветы, я пакеты снимаю позже. Вот с него она, в принципе, сухая. Вот корешки, небольшая испарина. И стояла у меня в пакете, поскольку мы вот ждали этого мокренького биглипа. И я ее не открывала. Ну вот одна розеточка есть. Да, это детка. Тут вот попала кора. Сейчас я уберу. Да, похоже, это детка. Вот второй. Видите?
вторая розеточка. Ну, нежданный сюрприз. Ну, розетка выглядела пышненько, хорошо. Да, вот вторая. Палец. Вторая розеточка. Ну, бывают и такие приятные сюрпризы. Так, это у нас одна группа. Так, вторая группа. Пиратик. Пиратик два цвета носа. Тоже куплен по просьбе, но из магазина присылала фотку. Вот тут им добавили цены, наклеили. Ну, точно так же, как вот я покупала Анцидиум. Это не я, это они. Вот теперь вот так достают стаканчики, вот эти торфяные, чтобы они высыхали. Ну, в этом есть смысл, потому что, вот смотрите. Единственное, что смотрится не очень, что тут все перетряхнуто. Но цветочек держится, розетка чудесная, тургор есть. Вот. Все сухое. И можем отправлять. Сейчас посмотрим на его напарницу. Клементина, если не ошибаюсь. А пиратик, он такой пышненький. Красавчик. Ну, я уже сбрасывала фотки хозяюшки, она уже видела. Ну, фотки это одно. А вот так видео посмотреть, вживую покрутить со всех сторон, показать, это все-таки другое. Вот такая клементина. Корней тоже у нее много. Воздушных. Розетка тургор хороший. Вот тут написано Кельли. Ну, что-то похоже, да, на клементину. Ничего не могу сказать. По ощущениям, там есть у нее сырость. Ощущениям по весу я имею в виду. А вот так с виду она вроде и сухие корешки. Но я ее купила только вчера. То есть самые последние мои покупки. И не сразу все показываю, а вот накопится у меня покупок, тогда я показываю. Ну, хозяйки, разумеется, уже видели. Ну, поставим ее обратно на сушку. Ой, она тоже переливается. Мне там сегодня написали, как можно любить орхидеи. Они такие противные, пластмассовые. Но я посоветовала вживую взять хоть любой цветочек, даже чисто белый. И вот просто посидите и рассмотреть этот цветочек. Они все красотки. Ну, тут немножко вот... Ой, как он сверкает сверху. Вот не видно, не видно. К сожалению. Вот такой чудесный беглипчик. Тоже переливается. Из последнего обзора. Вот с двумя губками. Я его купила, но вот, видите, он суток не простоял, но попросили фотографию. Я сняла пакет, сделала несколько фотографий, но его купили. Но, к сожалению, нижний лист, цветочки сразу стали вянуть. Вот еще я фотографировала утром. Был нормальный цветочек. Ну, надеюсь, что бутоны продолжат распускаться. Розеточка, корешочки, ну, немножко, так она вроде легенькие, но немножко тут есть зелени. Будем сушить. Я уже поставила его на просушку. Шикарная розеточка. Еще один беглипчик шикарный. Его купили сегодня утром у меня. Ну, собирались долго, но наконец-то сегодня купили. Есть бутончики. Они сохранились. Тут оно,
или прижатые они были. Даже не могу расправить. Но я боюсь сломать, поэтому не прилагаю усилий. Лепесточки. Посылала тоже фотки хозяйки. Вот такая розетка шикарная. Корни уже подсохли. Немножко испарины осталось. Вот такая. Ну, в принципе, можно ее вернуть на досушку, скажем так. Хотя уже легкий. Ну, у нас завтра, вернее, сегодня уже праздник. Почта не будет работать. Но послезавтра уже можно, наверное, отсылать. Или мы ему ищем напарницу. Вот мне сегодня несколько было таких покупок. И нужно искать напарниц, чтобы по одному не отсылать. Такая красота. Ну и в завершение видео несколько свободных орхидей, из которых и выбирают напарника. Но я вот купила, мне показалось, что это вот как спиннер, трехлопастник. Как раз мне заказывали, мы его искали, ждали. Желтенький отправила, и вот нашлось. Но, по-моему, это нет. Все-таки это обыкновенный биглип. Не знаю, если то рассмотрите. Если что, я придержу его. Если вы захотите его взять в догонку той посылки, то буду ждать, что вы напишите. Надеюсь, вы посмотрите этот обзор. Хотя ваши уже уехали, цветочки. Вот листья у него длинные, огромные, но он и сам. Сейчас я руку подставлю. Смотрите, очень крупные цветы. Этот только распустился, он поменьше. Да, ну я беру вот эти цветочки, когда встречаю. Ездила я, ну, по заказам. У меня есть несколько заказов. Ну, вернее, по желанию, когда я там встречу тот или иной цветочек. К сожалению, вот завозов не было, только один Леруа был завоз. Там только вот клементину удалось найти из заказанных. Так, второй цветочек. Это Надин. Надин всегда любят. Ну, вот он хорошо показывает свою такую блестящесть. Еще какие хиленькие были они вначале, молоденькие. Сейчас вот более-менее достойные такие экземплярчики присылают. И я думаю, что его кто-нибудь возьмет в напарники. Мне две посылки нужно вот напарнице на Дион. Такая розеточка, много воздушных корней. Так, что у нас? А тут у нас треснутый горшочек, слегка поврежденные корни. Ну, видимо, он падал. Разбился горшочек. На нем была такая бумажная. Бумажный стаканчик. Ну, корни шикарные сверху. Тоже она свободная, может быть, выбрана в напарнице. Потому что поезд напарника бывает затягивается. А вот первая орхидейка уже высохла, ее отправлять. А вот неделями ищут напарником. Это не есть хорошо, поэтому я вот беру несколько свободных орхидей. Вот засушил, к сожалению, бутончики. Но растет, надувает новые. Ну, все-таки был, значит, какой-то перепад у него с температурой. Ну, я когда выношу из магазина, я их закутываю. А, ну, единственное, что или когда жарко, или с магазина орхидеи, когда выношу, там в пакеты. А вот из других магазинов прямо в бумагу сразу закатываю. Да, у него есть вот проблемные корешки, они сухие, в принципе. Ничего страшного. И он сухой, он прям очень-очень сухой, легкий.
готов к отправке. Ну, я думаю, ему хватит корешков, чтобы было время нарастить новые, вот нижние там портятся. Наверное, поливали в магазине или где-то. Было серенько, стало холодно. И вот так вот. И вот эта красавица, я бы сказала, она похожа, а я показывала, да, я что, похожа на Блэк Джека, но у ней вот очень темная, только верхняя, а вот это посветлее. Ну, посмотрите, какая она красивая. Там тоже, ну, не то, что заказ на нее, но похожую просили немножко. Я вот говорю, посмотрите видео, какая она красавица. Фотки не впечатлили мои. Вот тут даже свекольный, черно-свекольный цвет. И губа какая красивая. И вся она такая изогнутая, изящная. Посмотрите, какая красота. Ну, ее тоже можно в напарники взять. Свободная. Да, тут тоже было болото. То есть она была мокрая, вот подсыхает. Вот эта вот зелень образуется, когда мокрые стоят на свету, на солнце. И дома вот обрастают. Ну, сейчас у меня не стоят на солнце. Вот смотрите внимательно. Сколько лет я отправляю орхидейки, я вот все, кроме фотографий, вот так на обзорах показываю, фотографии делаю, из магазина фотографии делаю. Дома, когда отстоятся, снимают пакеты, делаю фотографии. То есть имейте возможность, те, кто берут орхидейки, рассмотреть со всех сторон и сколько угодно раз. И вот нашлась там девушка у нас в Абакане. Через 2 недели проведенных в коробке. Но я, когда покупала ей орхидеи, я не знала, что она живет в Абакане. Я бы отказалась так далеко сейчас такую погоду отправлять. Но она сказала, отправляйте, как бы ничего страшного. Ну вот я отправила, 2 недели провели в дороге. Потом еще неделя прошла, она получила 25 числа. Еще неделя прошла, и вот только сейчас у нее претензии, что у нее стали портиться корешки на уценочном. На уценочной орхидейке, которую я ей показывала точно так же со всех сторон, несколько раз, из магазина. Надо ли, не надо ли такую дома. Ну вот, все равно она обвинила меня. Там Божью кару на меня призвала. Ну, вот там все такое. Ну, в общем, неприятно с такими людьми общаться. Естественно, я вот и ничего не докажешь, и ничего не расскажешь человеку. А Абакан — это республика Хакасия. Это не, даже не Баку. Это даже не, ой, даже этот, ну, не по краю, это Красноярский край. Вы меня извините. Туда вот она доехала. Причем, да, эта орхидейка у меня долго стояла. Но она, наверное, ждет, что я буду тут что-то возмущаться. Я решила много чести. Вот. Единственное, к чему призываю, смотрите внимательно на цветочки. Я вообще стараюсь их снимать перед самым отправлением. Ну, или свежие. Снимаю свежие, когда покупаю, показываю. И перед отправлением. Вот. Ну, не всегда. Есть люди, специально просят, как бы сфотографируйте, что вы посылаете. Я это только приветствую, напоминайте. Вот. А бывает, что в день делаешь и 4-5 посылок, и, естественно, не успеваешь все это снимать. Иногда и забываю. Вот. Поэтому что вам сказать? Всех с праздником! 1 мая, с праздником трудящихся. Всем добра и позитива. Будьте здоровы, веселы. Всего всем доброго. Спасибо за просмотр.
канал Ирина Цветики. Пока-пока!